Фотограф Линдон Гледхилл посвятил целую серию макрофотографий крыльям бабочек, которые под микроскопом обретают совершенно невероятные формы. Увеличение на снимках колеблется в пределах от 7 до 17 раз. Когда мы увеличиваем крыло бабочки, мы видим мельчайшие чешуйки, окрашенные в разные цвета. Каждая чешуйка содержит пигмент, органическую молекулу, которая поглощает все цвета, кроме того, что мы наблюдаем. Эти пигменты бабочки получают из ингредиентов, которыми питаются. А с помощью чешуек особой формы бабочки научились быть синими. Это удивительно, потому что в природе синего пигмента очень мало, а значит бабочкам по типу вида блюморфо пришлось изобрести технологию синего цвета при помощи отражения света. Об этом мы сняли отдельный ролик, ссылка на него в комментариях.